Приветствую вас, и знаете, на данный момент сейчас вам ничего делать не нужно. Вы сейчас не должны ничего делать. То, что вам нужно, это просто переживать, адаптироваться, пропускать через себя все то, что вы ощущаете, поддерживать связь с детьми и жить для детей, то есть сместить акцент своего внимания жены на детей, это важно, это очень важно, потому что дети по-прежнему нуждаются в отце. Постепенно общаясь со своими друзьями, общаясь со своими знакомыми, постепенно, получая новое впечатление, вы будете вытеснять предыдущие. Постепенно у вас будет нарабатываться новая модель поведения. Потому что сейчас привычный уклад жизни рухнул, и, соответственно, привычные алгоритмы поведения больше не работают. А новые алгоритмы – это всегда стресс. Это всегда тяжело. Тяжело заново вырабатывать свое поведение, приспосабливаясь к новым реалиям жизни. И здесь очень важен стимул жизни, очень важен мотив. Вы пишете, что не видите смысла жизни, но я вам уже говорил, и не побоюсь повторить еще раз. А как же дети? Детям нужен папа. Детям нужен родитель. Если это мальчик, то отец мальчику нужен еще важнее. И хотя бы родите детей. Проявите силу. Проявите мужество. И будьте для них тем, в ком они нуждаются. Если, конечно, вы любите детей по-настоящему, а не для себя. То есть вам не нужно бороться с тем, что с вами происходит. С этим бороться невозможно. Это можно просто принять. Пропустить через себя. Перестать отвергать, отрицать. Принять. Дать себя обнять этим новым реалиям. Дать себя обволочь этим условиям. И тогда пропустив через себя, возможно, выплакав, не бойтесь плакать. Возможно, выкричав, не бойтесь кричать. Возможно, выслушав, не бойтесь бить. Вам станет легче. И вы отпустите эту ситуацию. И после негатива появится позитив. Так бывает всегда. Когда отмирает одно, рождается другое. И это другое даст вам новую форму жизни. Или другое даст вам новый стимул для существования. Но в этом новом мире вы уже будете другим человеком. И в этом новом мире вы будете вести себя по-другому. Вы будете вести себя иначе. То, что вы сейчас испытываете, есть критическое переживание. И оно поменяет вас. До тех пор, пока вы будете его отталкивать от себя, пока вы будете с ним бороться, пытаться подавить, у вас будут проблемы. Вы не сдвинетесь с места, потому что то, что вы испытываете, нормально. Но это все. Надеюсь, что помог вам. Если захотите поговорить, обращайтесь в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.